Мероприятие прошло в приподнятом настроении. Радоваться действительно есть чему. Благодаря Олимпиаде Сочи прогремел на весь мир и привлек новые потоки туристов. Вся инфраструктура курорта была полностью обновлена. Сегодня Сочи может конкурировать с любым туристическим центром мира. Город сегодня готов принимать любые категории отдыхающих, любые группы отдыхающих. Мы сегодня и летний курорт, мы сегодня зимний курорт. Мы сегодня курорт готов предоставить любое развлечение. Мы сегодня курорт для конгресс-туризма. Мы сегодня готовы турить требования самые высокие, самого капризного туриста. Горный кластер, который с нуля был возведен совсем недавно, уже успел привлечь внимание любителей активного отдыха. Ведь в Сочи зимой можно отдохнуть не хуже, чем на уже всем известных горнолыжных курортах Европы. Радует туристов не только цена, но и сервис, который за последние годы вышел на новый уровень. Те отдыхающие, которые к нам приехали, те жители города, которые их встречали, были совсем по-другому настроены на позитивный лад. Все видели, какие большие преобразования произошли в городе. Преобразования не только в инфраструктуре, не только благоустройство, но и гостеприимство. Несмотря на то, что на носу уже октябрь, подводить итоги летнего сезона пока еще рано. Однако представители туристического бизнеса уже называют его олимпийским. Такого наплыва гостей не было уже давно. Зимние игры сделали свое дело. Причем многие из гостей, в том числе и иностранных, приехав один раз посмотреть на город, в котором прошла самая яркая Олимпиада, возвращаются сюда снова и снова. Хочу сказать, что последние годы, именно последний этот год, настолько начал действительно радовать и меня, и наших гостей. И это мы слышим систематически, потому что город нас превратился совершенно в образец, наверное, какого-то такого международного курорта. И хотелось бы, чтобы это продолжалось. Туризм – основная, можно сказать, градообразующая отрасль курорта. Несмотря на первые положительные результаты, впереди всех ожидает большая работа. Каждый год в Сочи будут привлекать все больше и больше туристов со всего мира. И главное здесь – поддерживать заявленный уровень. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.